утром встала, я здесь ночевала. Вода чуть бежала, прям, ну вообще, я так подумала, ну ба, странно, говорю, что-то вода так бежит, и все. А потом после работы прихожу, звоню, она говорит, дочка, вода совсем не бежит. Как, говорю, пришла, нету. И мы-то, как всегда, ничего не готовы, ничего не запаслись. Давай бутылками носить, носим вон. Сказали, вот снимайте, копайте, ну, все. За свой счет, ну мы уж, как говорится, воды нету, мы согласились, и тут же пятница была, суббота, воскресенье. В понедельник вам все сделают, и вот понедельник нету, и вот уже второй понедельник все стоит без воды. Вот со второго без воды 4 дома. Да ее еще вот где взять? Ну мы же тоже флягами вот не навозимся, а зима на носу. И кому обратиться, и чего делать, с чего начать родину?